Криминальный бизнес наладили трое жителей Анапы и житель станицы Медведовской Тимашевского района. 39-летний станичник обеспечивал бесперебойную поставку наркотика. Его подельники находили клиентов и осуществляли сделки. Во время санкционированного обыска было изъято 12 килограммов опасного зелья. Данные лица занимались поставками и сбытом на территории в больших объемах наркотического средства марихуана. Как я уже говорил, в ходе проведения широкого комплекса оперативно-розыскных мероприятий все были задержаны, находятся под стражей в данный момент. Все четверо граждан имеют судимости за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Сообщники арестованы. В отношении каждого из них возбуждено уголовное дело. Наркополицейские устанавливают источник поступления марихуаны и изъятых денежных средств, а также роль каждого из фигурантов. Наркоторговцам может грозить до 20 лет лишения свободы. Вердикт вынесет суд.